А это знаете, что цветет? Это индийский лук так цветет. Вот я его срезала. И стрелочку хочу посушить, попробовать. Первый раз он у меня зацвел. Интересно. Что-то, может, поторопилась. Срезала вот этот. Красивые такие. Супер. Лук индийский. Вот сюда я его высаживала. Сочные, мощные листочки выросли. В общем-то, не ухаживала практически. Здесь вот в тени он у меня рос. Сейчас буду выкапывать луковицы. Листья можно срезать и использовать для настойки. Вот так он у меня нагулялся на свободе. Были самые большие вот такие луковички. А вот в открытом грунте такие огромные выросли. И листики хорошие. Ну вот, сырье можно использовать. Оставлю пару луковиц вот маленьких. А эти использую для настойки.